Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Мужем Элины Быстрицкой был седовласый статный красавец, с которым у актрисы была большая разница в возрасте. Элина Авраамовна выходила замуж единственный раз в своей жизни. Этот союз просуществовал почти 30 лет. Все это время актриса скрывала своего супруга. Почему она так делала? Почему в преклонном возрасте супруги расстались? За всю свою жизнь актриса слышала немало предложений руки и сердца, но единственным мужем Элины Быстрицкой стал Николай Кузьминский. Он был хорош собой и имел престижную должность. Николай Иванович работал в Министерстве внешней торговли, руководил отделом переводов. По долгу службы мужчина часто бывал за границей. Командировках. Он всегда привозил своей супруге стильные наряды, красоте которых поражался весь Советский Союз. Когда Элина и Николай вступили в брак, актрисе было едва за 30, а ее супругу уже около 50. Разница в возрасте составляла 13 лет, но это никого не смущало. Кузьминский обеспечивал все потребности Элины Авраамовны, не только доставляя ей красивую одежду, но и оплачивая услуги косметологов, личной швеи, домработницы. Стоит отметить, что многим людям было интересно узнать, кто стоит за спиной актрисы. Все прекрасно понимали, что такую роскошную жизнь она обеспечивает себе вовсе не на гонорары, полученные за роли в фильме. Однако свою вторую половинку Элина Быстрицкая старательно скрывала. Но почему? Одни считают, что таким образом она хотела создать вокруг себя атмосферу некой таинственности, которая привлекала внимание публики к ее персоне. Другие предполагают, что истинная причина такой скрытности была в том, что актриса считала, что семейное счастье должно быть максимально тихим. Делать его достоянием общественности не следует. Брак Быстрицкой и Кузьминского длился 27 лет. В итоге супруги развелись. Удивлял всех тот факт, что и Элина, и Николай тогда уже были в довольно зрелом возрасте. Казалось бы, какой может быть развод после стольких лет брака? Не все знают, что решение о разрыве отношений внезапно приняла именно Быстрицкая. Причина банальна. Элина Авраамовна узнала о неоднократных изменах мужа. Несмотря на то, что эти события были в далеком прошлом, актриса не смогла простить былого предательства и подала на развод. Она вообще не терпела ложь, потому что она была воспитана строгими родителями. Муж Элины Авраамовны принял ее решение, но так и не понял, как интрижки давно минувших дней, о которых вспоминать уже не нужно, могут разрушить семью. Однако актриса была так расстроена, что не хотела ничего слушать. Она вообще никогда не меняла принятых решений. Ее обида была такой сильной, что актриса даже не поехала на похороны Кузьминского. Она вела себя так, словно и не было тех 27 лет счастливой супружеской жизни. В одном из своих интервью Элина Быстрицкая сказала, что в ее жизни был замечательный муж и его дети. Но в этой жизни нет ничего постоянного. Все когда-нибудь меняется или уходит навсегда. А знал ли ты подробности из личной жизни Элины Быстрицкой? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.